мы привлекаем мероприятиями, которые мы здесь проводим, всевозможные выступления по самым горячим темам, защита персональных данных, сертификация средств защиты информации, тестирование на проникновение. Мы проводим здесь мастер-классы. Также мы очень подготовились в плане маркетинга, сделали интересные материалы по, не знаю, во всем мире это называется программа повышения осведомленности персонала, когда различные плакаты креативные, там, «Не болтай», вот у нас один из популярных плакатов. Подготовили, люди очень с удовольствием берут эту раздатку и вешают в своих офисах. В рамках выставки подводили итог конкурса по тестированию на проникновение, который мы проводили среди ведущих вузов России, Украины, Белоруссии, тех вузов, где имеется кафедра информационной безопасности. Там, наверное, порядка 160 вузов было выбрано для этого. Весь месяц, весь сентябрь, с 1 сентября студенты взламывали наш сервер, присылали отчеты. Первое место досталось студенту украинского вуза, и я думаю, что на следующей неделе к нему уже поедет первый приз – хороший смартфон. Во-первых, мы продвигаем наш бренд. Все люди приходят, видят наши логотипы на красных пакетах, видят наш замечательный красный шар, который виден отовсюду. Видят нашу команду, потому что здесь за эти три дня на стенде побывали практически все ведущие наши специалисты. С ними со всеми можно было свободно пообщаться. То есть мы лично знакомимся с новыми клиентами, да, с потенциальными клиентами. А еще мы, собственно, поддерживаем контакты с нашими партнерами, с нашими существующими клиентами. Выдвижение и поддержание текущих связей. Мы бы советовали участвовать в выставке в InfoSecurity Russia. Здесь лично нам нравится такой восходящий тренд по программам мероприятий, которые проводятся. Всевозможные конференции, семинары. Нравится то, что вы сотрудничаете с профессиональными ассоциациями. То, что на выступлениях уже люди стараются рассказывать что-то интересное, что-то полезное, а не просто рекламу своих услуг. Это заметные улучшения. Мы очень довольны. И именно я думаю, что нужно продолжать вам в таком духе. Посетителей будет все больше и больше. Без личной скромности могу сказать, что, наверное, у нас, наверное, очень высокий процент эффективности в плане затрат, которые мы принесли, да, организовывая выставку, там, оформляя стенд, готовя маркетинговые материалы. И той отдачи от людей, которые пришли к нам, взяли наши материалы, оставили свои контакты. Мы очень-очень довольны. То есть мы здесь оцениваем свое участие на 5 с плюсом.